30 ноября 2015 года. Даниил Герасимов. Евгений Овенко. Мы продолжаем развиваться. Сегодня последний день ноября. Хорошая погода, дождливая. Сегодня Ванька Павлов не пришел. Видимо, из-за погодки гололед. Может, где-то шлепнулся. Тут как бы это не мудрено. Лужи везде. Но мы продолжаем заниматься. И тем более у нас сейчас более комфортное положение, нежели было раньше. Конечно. Погнали. Теперь у нас спортзал. Погнали! Я скажу то, что для тебя не новость. Мир не такой уж солнечный и приветливый. Это очень опасное, жесткое место. И если только дашь слабину, он опрокинет с такой силой тебя, что больше уже не встанешь. Ни ты, ни я, никто на свете не бьет так сильно, как жизнь. Совсем не важно, как ты ударишь, а важно, какой держишь удар, как двигаешься вперед. Будешь идти, иди, если с испугу не свернешь. Только так побеждают! Если знаешь, чего ты стоишь, иди и бери свое, но будь готов удары держать, а не плакаться и говорить: «Я ничего не добился из-за него, из-за нее, из-за кого-то». Так делают трусы, а ты не трус! Всем замечательного понедельника, ребята. Развивайтесь, будьте сильными и наслаждайтесь по жизни. Хорошего дня вам. Увидимся в будущем.